Ай, молодец. Что происходит? Юля, стой, стой, спокойно. Ну и что теперь делать? Видите, что происходит? Запрыгивает в воду. Софи, кто у нас беременненький? Опасный эксперимент. Привет, я... Ой, не так. Привет, я Анимэджик, со мной тут мои самые разные животные. И, ребят, я сразу хочу начать с того, что я вижу, как вы в комментариях пишете постоянно и расстраиваетесь, что нам приходится сидеть дома. Но давайте посмотрим на это вообще с другой стороны. Когда еще у нас будет столько времени, чтобы провести его дома со своими любимыми питомцами? Так что специально для вас, чтобы вы не скучали, мы с маркетплейсом goods.ru для их проекта «Человек домашний», который помогает людям что-то делать, а не унывать, решили составить для вас топ-10 очень крутых вещей, которыми можно заняться дома вместе с питомцами. Итак, первый и самый простой способ поднять настроение себе и питомцу – это веселые совместные игры. Бегать и приносить мячик, учиться ловить его, играть в футбол или просто беситься. Можно развивать мышление своего питомца, при этом даря ему внимание. И вам интересно, и ему. Научить чему-нибудь новенькому или какой-нибудь прикольной фишке, к примеру, махать лапкой, говоря привет. Ну или вообще заморочиться и научить пёселя приносить вам тапочки. Круто будет устроить домашний салон красоты, причесаться и обновить причесочку, а еще сделать массаж. Такое все хвостики просто обожают. Нет возможности гулять? Не беда. Сделайте, как я, полосу препятствий дома из подручных средств. Это занятие поможет и вам сжечь калории. Говорю это точно на своем опыте. Запыхаетесь не меньше, чем на спортплощадке. Отличный момент начать готовить для питомца что-нибудь интересное и повышать свои кулинарные навыки. Как насчет кошачьего мороженого или желе, самодельных зожных пиццы или бургера для песика. А еще очень круто – это DIY. Вы займете себя интересным делом, а у питомца будет новенькая вещичка. Сделайте игрушку своими руками, сшейте какую-нибудь одежку, смастерите ошейник или лежанку, или даже постройте целый город из картонных коробок. И самое время, конечно же, начать заниматься и дрессировать своего пушистика, уча простые и сложные команды. Ему это очень полезно, а вы будете гордиться собой, когда ваша собака будет изображать что-то по одной лишь вашей просьбе. Как классно, можно вместе развлекаться, разыгрывая своих животных разными способами. Например, устроить им розыгрыши «Исчезающий хозяин» или «Летающая вкусняшка», показывать им фокусы и умиляться их реакции. А можно и для игр, и для развития одновременно играть с питомцами в прятки. Если у вас большая собака, можно очень весело ее купать, заодно приучая к воде. Если маленькая, можно учить ее плавать дома прямо в ванне, чем мы сегодня с Мишкой и займемся. А вы обязательно сходите по ссылке в описании и посмотрите еще больше крутых лайфхаков и полезных советов в проекте «Человек домашний». Погнали! Начнем набирать водичку. Включаем побольше... Побольше воды, наполняем ванну, потом уже берем собаку и просто закидываем ее в эту ванну, и все, она поплывет. Все, пока видео закончено, спасибо большое за внимание, это была моя инструкция, до свидания. А вот те, кто сейчас остались, молодцы. В общем, да что такое? Короче, к чему все... Все это было. К тому, что в интернете есть такой стереотип, и не только в интернете, но и у многих людей в головах, что ребенка, что собаку, что любое другое животное, что они уже изначально умеют плавать. И их этому не надо учить. И даже когда я снимала когда-то давно ролик о том, что как научить собаку плавать, как приучить ее к воде, было множество, тысячи, сотни тысяч комментариев о том, что зачем учить собаку плавать, господи, ты тупая, собака и так умеет плавать. Нет! Все дело в том, что это сложившееся вот такое понятие, что даже научить ребенка, типа, вывезти его туда в центр реки, бросьте его там, и он поплывет. Человек поплывет неизбежно, потому что инстинкт самосохранения сработает. Да, может быть, так и произойдет, и собака действительно поплывет, но она навсегда запомнит этот день, когда вы ее кинули в эту воду, как стрессовую ситуацию, как опасность, как ужас просто. И именно поэтому потом эти люди говорят: почему моя собака боится воды? Я не понимаю, как приучить ее к воде? Почему она боится? Потому что вы, блин, кинули ее в воду, когда пытались ее научить плавать. Чтобы приучить собаку к воде, чтобы научить ее плавать, нужно делать это постепенно, точно так же, как и с человеком. Сейчас я настрою водичку,
закрою дырочку в ванне, и мы будем эту воду постепенно набирать, пока моя собачка, Мишка, находится в этой ванне, находится в воде. Точно так же, когда мы ходили на речку, я вам показывала, что собаку нужно заманивать туда, а не кидать ее посреди лужи, блин. То есть, вроде бы, когда собаки от рождения, как и люди, умеют плавать, но на самом деле не все собаки правильно плавают. Некоторые плавают вот просто вот так вот бультыхают лапами, сами захлебываясь в своей воде, как мой Эйвен, я попробую его предложить искупаться. Некоторые плывут аккуратно, потому что умеют это делать. То есть, есть даже специальные центры, где собак обучают плаванию, чтобы они правильно плавали. Так что это миф, что собаки от рождения умеют хорошо, красиво плавать и не боятся воды. Собаку, как и маленького ребенка, нужно постепенно к этому приучить, и тогда ей будет нравиться. Посмотрите, как за нами наблюдает киса Алиса. Она думает, наверное, что сейчас ее купать будут. Сейчас мы постепенно наполняем воду. Блин, у меня уже башка болит от этой маски. Чтобы Мишаня стояла в этой водичке, так же, как если бы она была на речке и зашла бы по лапке недалеко от бережка. И постепенно вода будет наполняться. И в конце концов ей нужно будет начать двигаться. Сейчас она пока не двигается, она не понимает. Она, наверное, думает, что мы ее мыть собираемся. Даже вот в этот момент очень полезно будет похвалить собаку за то, что она стоит и не боится воды. Да, Мишка? Молодец. Можно похвалить вкусняшкой, лакомством, можно похвалить просто словами. Да, Мишаня, молодец, умница. Можно уже начать ходить, потихоньку позвать, да? Миш, иди сюда. Ай, молодец, молодец. Я думаю, что на самом деле сейчас вся вода будет в шерсти в Мишкиной, потому что сейчас все дико линяют, даже при том, что я их расчесываю. А сюда, вот сюда, вот, молодец. Я специально отключила кран, то есть, чтобы душ наполнял ванну внутри в воде, чтобы не шумно было, не слишком, лишний стресс нам не нужен, да? Мишка, иди сюда. Пока что мы просто потихонечку ходим. Для наших постоянных зрителей канала я скажу такой момент. Мишка, кстати, единственная из всех моих собак, которая ни разу не была, еще не видела море. Не знаю, когда теперь получится, но надеюсь, получится скоро. И как раз вот эти зрители, кто долго смотрит, я никогда ни разу, вот правда ведь, мне подписали это в комментариях, не показывала ни какие-то куски, отрывки, как я приучаю к воде, ни какие-то вот нарезки, а вот так полноценно, чтобы было все понятно, как действовать. Я часто вижу в комментариях, мне пишут: Ань, ну сними подробно, Ань, ну сними полностью, вот как ты это делаешь, а не просто кадры уже, где собака в ванне поплыла, и типа вот, вы учите собаку, приучайте к ванне. Поэтому сегодня специально для всех вас я делаю именно такое видео. Ну а те, кто не подписан на наш канал, подписывайтесь обязательно. Да, покемон? Ты не хочешь искупаться? А кто попросит лайк? А кто попросит лайк? Кто попросит лайк? Юмичу, попроси лайк. Юми, не у меня проси лайк, у зрителей лайк проси. Вот сюда проси лайк. Поставьте лайк покемону. Если вы хотите, чтобы как только чуть потеплеет, мы уже скорее отправились купаться. Не в ванне, а в речке. Или мне тут пришла идея. У нас есть такая прикольная ваночка, небольшая, розовая, как вы знаете, с Афиша. Молодец, рыгнула. Софиша очень любит, когда тепло, лето, залазить в ванну и валяться в ней прямо в воде. И я подумала, может заказать, знаете, такие бассейны есть детские, большие, самых разных размеров на лето для песиков. И там устроить им какой-нибудь супер челлендж, как мы обычно делаем, именно всех четверых. Вы сейчас видите только троих, потому что Эйвен, как всегда, у нас там зависает. Эйвен, Эйвен, что с тобой, Эйвен? Эйвен, иди сюда! Иди сюда, иди ко мне. Ты чё, старческий маразм уже, все у тебя начинается, да? Водичка у нас уже так неплохо набралась в ванне. А вы, ребят, обязательно пишите в комментариях про ваших животных и как они относятся к купанию. Софишка такая, типа, я тоже хочу купаться, я тоже хочу, чтобы меня хвалили. Вот Мишанька такая ходит в ванночке. Смотрите, она уже расходилась прям. А еще... это полезно не только... Мишань, давай, 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 давай еще ходи. Это полезно не только для... Сколько шерсти? Для того, чтобы приучить собаку к воде, чтобы она плавала. Это полезно еще и для здоровья собачьего, реально. То есть для суставов. Теперь страдает, и очень хочет в ванну. Мишань, давай. Плавать полезно, как и людям, в принципе, для здоровья собакам, для похудения. Я всегда стараюсь все описывать, много говорить, не делать каких-то пауз в ролике. И вот
ему. И вот недавно в комментариях столкнулась с... Часто, несколько было комментариев о том, что типа, Ань, что ты постоянно говоришь? Вообще рот не затыкаешь, не умолкаешь. И, ну, я не знаю, мне кажется, это... хорошо, наоборот, для видео, когда человек комментирует процесс, чем когда я бы все время молчала. Мне поменьше говорить, типа вот так, чтобы видео выглядело. Давай. Давай, иди. А давай вот сюда, в эту сторону. Иди, иди. Иди вот сюда. Миш, давай. Давай, Миш, иди вот сюда. Вот сюда иди. Ну, короче, мне кажется, это было бы странно, да? То есть я стараюсь советы давать какие-то, чтобы в этот ролик уместить много информации, полезной для своих зрителей. Вот почему вопрос, да, собака встала? Она до этого ходила, а сейчас встала. Недостаточно похвалы. Или уже слишком много воды, и она начинает уже беспокоиться. То есть давай-ка вытащи меня отсюда, и тут что-то не то происходит. Иди вот сюда. Иди вот сюда. Но достаточно лишь поддержать ее, зазвать. Да, Софиш, Софиш, ну ты вот так хочешь купаться, так хочешь посмотреть, что там. Ну, Мишка там, да. Мишка там плавает, ты же не хочешь туда запрыгнуть, я надеюсь. Не надо, Софиш, не надо этого делать. То есть вот иногда достаточно собаку поддержать получше, больше мотивировать, и она это сделает, да? Мишка, иди к нам, молодец. Ай, хорошая девочка. Заметили, как уже начинает меняться ее движение? То есть она не просто ходит, она уже начинает иначе перебирать лапами. Ай, Мишка, молодец, умница. Давай обратно. Обратно, давай, давай, давай. Давай, иди к нам. Ай, молодец. Что происходит? Юля, стой, стой, спокойно, спокойно, покемон. Вот смотри, что за паника-то была, ты даже стоять можешь. Господи. Юмичу. В общем, мы сегодня снимали ролик на Magic Face на канал, и я ее учила запрыгивать в ванну впустую. Просто там в их ролике на канале там будет этот кадр, где она запрыгивает в ванну. Но она была пустая, и она, видимо... подумала, что здесь пустая ванна. Запрыгнула такая в шоке. Типа, что это происходит? И давай лапами перебирать. Плыть, плыть, спасаться. Бей или беги. Юмичу. Ну ты же даже тут не плавать не надо, ты стоишь. Ну и что теперь делать? Теперь ты мокрая. Видите, что происходит, когда собака запрыгивает в воду и думает, что там ничего нет, и теперь в итоге она плывет даже в воздухе. Сейчас мне нужно Юми завернуть в полотенце, высушить ее. Миша уже там вовсю плывет. Посмотрите, здесь на шок, на новости из желтой прессы, в штору выглядывает киса Алиса, которая пришла понаблюдать за трэшем, который тут происходит. Ждем пока что, когда нам принесет наш оператор полотенце, да? Иди сюда. О, господи. Да, теперь вот надо сушить этого дурачка покемона. Идти ей уже неудобно, соответственно, она плывет, да, Мишка? Ай, молодец. Молодец, спокойно, 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 поворачиваемся, спокойненько плывем, 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 плывем. И мы поддерживаем Мишаньку. Мишань, спокойно, поддерживаем, поддерживаем. Устали, отдохнем. Первое время, пока вы приучаете ее плавать, не надо там резких никаких движений, наоборот, даже хорошо помогать и поддерживать, как если бы вы с ней плавали в бассейне с ребенком или с собакой, да? Давай, Мишань, поддерживаем, поддерживаем, обратненько, давай. Вот, молодец, умница. Давай, давай, плывем, плывем, плывем. Ай, молодец, умница. Ай, молодец, умница. То есть сейчас она плавает с моей поддержкой. Задача в том, чтобы... Моя задача в том, чтобы она поплыла самостоятельно и не боялась этого процесса. Миш, Миш, Софишка поддерживает ее. Миш, иди сюда. Мишка, Миш, Миш, это не то, что я от тебя жду. То есть Миша такая просто как, знаете, ребенок по бортику бассейна.
пробирается. А я вот не так хотела, чтобы ты пришла. Давай, Мишань, плыви, 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 плыви. Ай, молодец. Молодец, а теперь обратно плыви, 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 плыви. Поплыли, спокойно. Вот, молодец. Поворачиваем, поворачиваем. Ай, молодец. Поворачиваем, поворачиваем. Молодец, обратно, 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 обратно. Давай, 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 давай. Еще назад, назад, назад. Ай, молодец, умница. Еще назад, назад, назад. Давай, молодец, молодец, молодец. Давай, давай, плыви, 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 плыви. Ай, умница. Давай, давай, давай. Ай, молодец, умница, умница, умница. Еще плывем. Ай, молодец, еще плывем. Ай, молодец. Давай, плывем, плывем, плывем. Миш, 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 Миш. Нет, нет, нет. Миш, Миш, сюда, плывем. Ай, плывем. Смотрите, какая у Мишаньки в воде так юбочка развивается. Прям такая юбочка из шеи. Софи! Софи решила, видимо, повторить подвиг Юмичу. В общем, очень она хочет залезть. И я думаю, что это на самом деле будет очень хорошей помощью для Мишки. В плане поддержки. Видите, Софи все, она умеет плавать, она приучена к воде, и она плывет. Она не паникует. Да, закашлялась немножко. Она не паникует, она прекрасно себя чувствует. Она просто плавает туда-сюда. Вот сюда плыви давай, вот сюда ко мне плыви. Вот молодец, вот молодец. То есть Софиша, она не нервничает, она не пытается выбраться, она хорошо себя комфортно чувствует, потому что она с детства приучена. Мишанька, к сожалению, не с щенячьего возраста ко мне попала, я ее не могла с щенячки учить ее этому. Софишке это нравится, она кайфует. Она сама хотела в воду и залезла. Софиш, камера, главное на камеру работать, остановиться, поплыть дальше. Смотрите, как я умею, видите, какая я молодец. Да, Софиш, ты молодец, ты умница, ты прекрасно это делаешь. Она прям держится в воде, двигая лапами. Я не знаю, видно ли сейчас на камере, но она двигает лапами, передвигает и держится этим на воде. Вот, перебираем лапками аккуратно и плывем, молодец. Молодец, Миш, обратно, 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 давай, давай, давай. Софиш, иди сюда, иди к нам. Вот молодец, Мишанька. Я Софи сразу опустила в воду, как сейчас делаю это с Эйвоном. Сразу предупреждаю, это собаки, которые приучены к воде, которые с детства купались в море, в речке, в бассейне. То есть из-за этого как бы в этом случае я это делаю. Если я приучаю собаку, я этого не делаю. Вот вы обратили внимание, возможно, сейчас в предыдущий раз, что Софи плывет, она ровненько плывет, она не бультыхается в воде. Эйвон же, вот это к теме манеры плавания, Эйвон, он в принципе, при том, что он нормально относится к воде, бультыхает. Видите, как он плавает? То есть Эйвон, он всегда с детства, где бы он ни плавал, в море или в речке, у него тоже есть манера бультыхать лапами. То есть не постепенно, не перебирать, а вот бультыхать. Когда мы плавали в бассейне или на море, он точно так же делал, при том, что он умеет плавать. Он вот бум-бум-бум, просто капли летят во все стороны, да, Ивась? Ну все, уже всех намочили. А Софи, она потихоньку перебирает лапами, только голова торчит и все. Были случаи, когда Мишка, когда мы приходили на речку, все-таки плыла. Небольшое, коротенькое очень расстояние, но плыла. Ее было сложно заманить. Софиша успокаивает ее, поддерживает. Ну, я не могу. Ну, какая же ты собака хорошая, а? Ты должна быть собакой-спасателем. Вот, то есть она это делала, делала, но очень краткосрочный период. То есть потом, как только она чуть проплывет, она сразу обратно выходила из речки. А так как я хочу с ним поехать на море, и я хотела бы, чтобы Миша плавала, и для нее это очень полезно, потому что она толстенькая, и сбрасывать вес, и также работать над суставами своими, над лапками, то это нужно сделать ее нормой, ее привычкой, ее постоянным действием, как у Софи. То есть она должна любить воду или хотя бы не бояться и уметь плавать. Но понятное дело, что за один сегодняшний урок мы ничего не добьемся. Вот так вот. Это начало только, и дальше нужно каждый день хотя бы минут по 10-15 пробовать. Может, не у всех есть возможность каждый день это делать, но хотя бы пару раз в неделю. А теперь со мной вместе поплыла, поплыла. Ай, молодец! А сейчас я совершу опасный эксперимент. Так что аккуратнее, готовьтесь. 3, 2... Я пошутила.
Посмотрите на Софию, сразу видно, кто тут у нас покушать любит, да? Кто у нас беременненький, а? Посмотрите, беременная собака. Ну что, погнали? О, так странно. Оператор становится на лесенку. Подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам на новые ролики на других наших каналах. Занимайтесь со своими питомцами, у нас сейчас столько свободного времени. Увидимся скоро в новых видео. Пока!